Дай пацан, стой. Иди сюда, давай. Тише. Асфал подряд, асфал отыщи. Что, прыг? А, это пацан, он справа. Хорош, еще один. Хорош! Как я за стенкой был, что это? Попал в прикарду. Да, минус маслина, минус раз, минус два. Бросай флешку, кого ослепит, тут говорим оперхать, погнали, родной. Ой, блин. Здорово всем, ребята, Кентуха на проводе. И прямо сегодня ваша любимая рубрика «Обмен скинами», и я не один, со мной... О, Олембо! Добрый всем, чуваки! Со мной Big Yerox 337, дорогие друзья. В чем суть этой рубрики? Мы покупаем скины для команды Рика и Ерокса, а команда Рика и Ерокса покупает скины для нас. Да? Ну что же, ребята, расходимся по отдельным войсикам. Желаю вам удачно проиграть! Алло, Боби, ты со мной, ты куда перешел? А, так это ты, стой, подожди, у нас тут типы прибежали. Сейчас, подожди. Ребята, тянитесь шоколадки. Бежим, Кентуха. Все, братва! Короче, ребята, прямо сейчас прожмите лайк, подпишитесь. Они уже бегут за мной, мать моя женщина. А Боб? Кентуха, ты взял хаешку? Брат, я в рот взял, а не хаешку. Блин, ты реально взял уже ее спешку, красавчик Мэнчикус. Тише, родной. Беги. Байтих, я. Нет, брат. Отомсти. Спишка, это... А, они просто ее спики дропнули. Хаяшка есть, неса. Не, я не понял. Брат, что это за лупами в команде? Зачем? Я не знаю, просто убью их. А он просто стоял в ФК, что ли? Нет, я не знаю, он просто зачем-то в ребрах спрятался. А, реально? Вот, ну, Басик, хотел перехитрить. Ребята, прожмите лайк, если вы верите в команду Пепа и Апопа. Так, давай им береты, они нам береты скинули. Убери хаешку, главное, чтобы на хаеш. Брат, ты Пепа. Короче, я им скинул М40. И дай я кину еще хаешечку. Я кину мы свал, Мэнчикус. Брат, давай, погнали, родной, погнали. Троллю, блин, работаем. Ой, хорошо. Я кто кинул хае? Кто кинул хае? Так я не знаю, ты на басике эти хаешки скидывают. Я попал жестко, у меня кот еще кричит, что делать. Хорош, брат, если кот кричит, зови его тоже в видео. О, они М40 скинули. Брат, давай так, мне валки М40. Покажи, на что ты способен, родной, покажи. Показываю скиллушеньку богатырскую. О, тут ФАМАС и долберет. Подропу тут все топ. А, ну мне хватит USP, короче. Конечно, ты рофли, что ли? А ну-ка, прикинь, прострелом попаду. Иди пуши, алло, ты что не пушишь? Тебе надо пушить, а я буду должен за тобой стоять. Слышь, Боби, на что ты раскомандовался? Я мама один. Мама дорогая. Ой, я же говорил, иди пушить. Зачем ты меня вперед выпускаешь с М40? Воу, подшел один погулять. Брат, ну тебя как нуба галимал. Тихонько, тактика пиксель. Кентуха, о, тут Кентуха. А, Ера, давай на разменчик, Давай. Дорогулька, ты первый? Давай. Пошел, Ера, на разменчик. Обманули Ероксика. Давай, дорогулька. А, ты Кентуха, что у него сосвальчик, ля. Так я ж предупреждал. Брат, остался Рикардо, но Рикардо это изи-каточка, поэтому мы выиграли. Ой, о, как ты попал? Да вы вообще... По лестнице. Да я видел, дорогулька. Ты шо инфу не слушаешь, РСК по лестнице. Как ты попал? Да вы вообще в него даже стрелял. Я в него стрелял, то просто у тебя фризы. Брат, это хэштег киберспорт. Хаешку не забудь. О, знаешь что, давай купим им... знаешь что? Давай МАГ-10. МАГ-10, пускай оба играют. МАГ-10? Блин, у меня скина нету, но МАГ-10. Да, и покупай обязательно броню себе. Покупай броню себе обязательно. У меня денег нет на броню. Брат, я вал дам. Слышь, давай им в дыму все ставим, чтобы не в дыму искали. Давай, иди сюда, вот тут ждем. Я им даже глок не буду скидывать, знаешь, я глок с собой заберу, чисто МАГ-10. Давай. И зажимай. Кидай! Раз, два, три! Я промазал, ГГ. Брат, как думаешь, что они нам оставили? Твои предположения. Фигню какую-то по-любому. Брат, там по-любому будет авик. Ё-моё, брат, меня МАГ-10 оставили. Иди, выходи в этот раз первый. Так, ну у меня тут только UMP, подожди. У тебя есть что? Ну, вал и юз лежал, не понял, а что они скинули? Вал, что ли? О, кстати, лезет на второй этаж. Как я учил, первым выходи. Подожди. А чё это я первый? Давай на камень, ножницы, бумагу, кто первый. Все, я сделал, теперь ты. Ладно, брат, ладно, все, вам уговорил, погнали. О, на втором этаже 56 дал. А, парень, ты купил ему по 90? Ну да, ну у меня нету скина на вал. Я лоу хп, можешь этот выходить спокойненько, я все сделаю для тебя. Брат, ты не используй запрещенную тактику пиксель. Дай пацан, стой. Иди сюда, дай. Тише.
Асфальт подряд. Асфальт отдачей. Что? А, это подсад. О-хо-хо, работаем. Слушай, на самом деле, они эту говно полный дроп покупают, там все полное. Реально, что это такое? Юсп. Давай, слушай, не покупай, не покупай им по 90. Блин, брат, покупай им фигню полную, чтобы они понимали, что вообще полное. Слышь, а давай проверим, насколько они хорошие ваперы, брат. И скинем им АВП. Я им Tech-9 куплю, понял? Tech-9, хватит им этого. Tech-9? Ничего себе ты жесткий. Ну я дропнул Tech-9 тогда тоже. Ой, я не то купил. Ну ладно, пофиг, нормально тоже. Давай, брат, не надо жадничать, запомни одно. Брат, не важно, сколько у тебя сантиметров спереди, важно, сколько сзади. Брат, смотри, киберспортивная хаешка попадет тут бот. Твою налево, по мне попало. Ой, хорошо, я вроде попал. Блин, ну что за, ну что это за дебила, блин, которая флешку кидает, ё-моё. По себе попал. О, что, по мне попали чутка? А, они не откусили? Ха-ха, на басике на люрона. Ой-ой-ой, брат, смотри, тут волына равна твоей волыне в реальной жизни. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, подожди. Ой-ой, Эмочка, Авик, алё, ну басики вообще. О, ничего себе. Вообще быстро проиграть хотят. А они используют запрещенную тактику. Называется внезапный пуш. А Боба, ты где там сидишь? Я прячусь жестко. Куда прячешься? Тёмка есть. В Тёмке есть. Ой-ой, минус 29. Хорош! Ты чё, не где ты был все это время? Ты должен был прикрывать. Смотри, брат. Прикрывать. Хорош! На, нафиг! Что это было? Ерунчик, родники ты мой. Давай их за это накажем, за то, что они посмелись замочить повелителя маслят, и им оставим, знаешь что? Смотри, что им оставим. Я фабмик оставил. Такой фабмик, говорю, ничего не бросай! Смотри, мы им оставим, брат, мы им оставим... Мы им оставим веру в себя, и хаешку в них ща кинем. Так, окей, да, но они нам уже кинули дроп нормально. А знаешь что, я им, знаешь, что скину? МСУ-10, может? Вот так, я кину МСУ-10 тоже, давай. Пускай МСУ-10 будет. Ооо, имбирь, кстати. Во, давай тут поджидать. Давай, блядь, погнали! Давай просто кинем так аккуратненько, конечно. Раз, два! Они с другой, они смеда. Готовься кидать. Вон, кидаем. Кидай! 3, 2, 1! А, не попали. Ничего себе, там не надамажил. А понял, они еще и дроп закинули далеко. Брат, я надеюсь, они нам оставили нормальный дроп, топовый, правильно? О, неплохо. Иди первый пуш, как обычно, я буду за тебя все делать. Слышь, подожди, а тебе что ставить? Тебе тоже МСУ-10? Да, а что, у тебя тоже? Юсп? Да, юсп. Халява. Че так много, друзья? Не дай им заплантить. Ой, ты че тут стоишь у меня перед глазами? Да, ну там, кстати, кентуха, ничего себе. На жестких кондициях. Брат, легчайший для величайшего. Брат, а давай с ножами еще пойдем. Как мужики, ты готов как воин настоящий пойти? Так у него это дроп есть, я отвечаю, ты че? Да погнали, брат, идем с ножами, как мужики. Я ж дроп скинул. А, я пол, ты боишься, ребята, хэштег, а Бобин боится. Найс, нубик. Ладно, походу надо было идти с дропом. Блин, ё-моё, 74, ля. Видишь, я ж тебе объясняю, что тут они не пойдут с нами с ножами, поэтому нет смысла выходить без оружия на них. Ну давай, соберись уже, что ты сливаешь и сливаешь, ГГ. Есть идея, давай засядем в ребрах, это имба. Давай, можно. Быстрее, ничего не закупаем, просто дым кинь, чтобы не потратили время. И вот это кидаем. Погнали, быстрее. А, папа, я говорю, в ребра, иди, не пались. О, а давай скинем им МП-5. О, легендочка. А вот так вот, МП-5, пускай помучаются. Давай, я отвлекаю их. Кого ты там отвлекаешь? Сейчас кто-то подходит сюда. Я ему хидыщ, маслину. Я маслину поймал. Давай, брат. Настя, Рика налечил жестко. Ой, 15 хп! Все, тише, брат, не топай! ГГ, что это такое? Блин. Все, я спрятался жестко. Ты что творишь, Абовин? Ты что, в кейсе запрятался? Слушай, а может быть этот, так же поступим? Так надо же, давненько ты что, рофлишь? Ты не бросал хаешки, что ли, все это время? Готовься разменивать. Идут! Нет? Нет! А как они узнали, что мы тут сидим? Надо бросать хаешки. Кента пока хотел закрысить. Хорош! Мы тут сидим. Хорош! Сзади! Давай, брат, по брейну! Синкебаут! А, Боба! Я был хит дал! Я дал хит! Что творит этот мужчина? Все, я накопил денежки, теперь можно и М40 скинуть. Блин, я дал хит. Братик, можно я тебя поцелую? Ну просто красава. Давай им 2 М40, проверим, насколько они хорошо играют. Давай. Ой, нифига, а что М40 так прыгать стало, ты видел? Я М-глок оставлю, пошли они нахер. Блин, блядь, маленькие. Найс, у меня лоу хп. Нормально, не попали еще ни разу. Найсик. Слышь, за мной бежит кто-то! 3, 2, 1.
Ух, блин. Дядь, по мне все хаешки прилетели в мире. А знаешь, что они нам оставили? Нам оставили глоки. О, они скинули им 40, да им хана полная, аля. Халявочка, погнали, дорогулька. А ты что там делаешь? Да, я там перестрелку делал на моликах. О, так они СМ-40, слушай, не слезься просто. О, так они СМ-40, слушай, не слезься просто. Мужик, да, да, забрал! Алло, алло, кстати, откосов СМ-40. Короче, есть такой план. Ты можешь его отвлекать, отвлекать на лонгу, а я обойду. Давай, у нас лоу хп, побежали вдвоем, нам надо вдвоем бежать, у нас лоу. Да не, отвлекай, отвлекай. Стреляю с новоскопа именно сидя. Она по ровно в точку стреляет. Ты рофлишь, ты. О, я ж сказал, ты где был, нам вместе надо выходить. Где был, нам вместе надо выходить. Ноу! Я говорил, Мэнчик! Я это сделал, Мэнчик! Блин, а мы проигрываем, алло, мы проигрываем, алло, Артём, соберись, а ну-ка, соберись, алло. Собрались! Не, да видишь? Ты шо, блин, за разобранный такой весь? Нам не везет с пушечками не везет. Чё, как припарковал, просто идеально. Припарковал, слушай. Не, надо нахазать уже, что-то мы расслабились, получается. Ты где там запрятался, брат? У меня идут. Нехорошо крысить! Тихо, вон он. Брат, крысить нехорошо. Не. Тут кентик, осторожно. Ой, ой, ой. А-а-а, брат, они тут. Блин, я не попал, ГГ. Бежим, спасаемся. Абу-аба! Быстрее, родной, аккуратно. О, авик. Фомасик, халява. Давай с ножами на мужика, иди сюда. Давай. Ты понимаешь, нормальные пацаны дробь не берут. Брат, ждем, стой! Абу-аба! Давай, выходи, они готовы. О, они смог нам дали. Идеально, они как будто нам помогают. Пленти. Да, они где-то тут сидят, алло. Они не пошли за дробом. Не убежали, я видел. Они где-то уже в пленту. Я забираю его молик, найс, и флешечку заберу. Они дроп там отжимают, алло. Да не, они пробежали, я думал, ушли. Брат, аккуратно. Ну куда ты флешку по мне кинул? О, он слышит нас? Он убегает в страхе. Он боится над нас, потому что он понимает, что мы тигры. Ну что, Абоба, ребята, Абобин крадется. Ребят, я у мамы один, поэтому Абобин идет первый. По мне попали. По тактике. А, так у них нету дропа, ты шаришь? Брат, не сдавайся, я верю в тебя. Ты должен это сделать, брат, я смотрю тебе в глаза. Не сдавайся, они попали, они ранили, но ты жив. Смотри, у них нету дропа? 9 секунд, 8 секунд. А, брат, 5 секунд. Смотри, у них нет дропа? Я не знаю, наверное. Опа, он убежал, он в страхе куда-то убегает. Вон он пойнтит, смотри, я вижу это. Он успел! О, легенда, все. А что делать будете, дорогулечки? Дроп-то нету. Давай, короче, забрать раунд без килла. Давай, чекай наш челлендж. Два вдвоем стоим. Если кого-то замочат, второй будет. Он справа. Хорош, еще один. Хорош! Как я за стенкой был, что это? Нормально, брат. А зачем они хотели сделать без дропа? Брат, ну ты же не мог расдефьюзить, я своей жизнью пожертвовал, а ты, Боба. Не знаю как, но мне тактика их еще не нравится. Ты рофлишь, отличная тактика. Так, это М110 еще не давали, давай дать. Ух, нифига, как прыгают оружки стали, ты видишь? Бой, ты удивляешься таким элементарным вещам, мне же смешно. Мне кажется, ему вообще дроп не оставлять. Я хотел сказать, можно дропать все, что хочешь, все равно не покупают. Окей, я им скинул калаш, пускай, не знаю, пускай заберут калаш, хотя... Стой, у меня есть для тебя сюрприз. Я слеп, подожди. Брат, сюрприз для тебя есть. Ай, ты хитрец! Бросаю киберспортивную хаешку, они тут. Готовься, надо в хаешку забрать хоть раз. 3, 2, 1, погнали! Здесь какой? Попал! Нет. Жестко попали, там минус 99 хп по-любому. Здесь какой? Они кинули хаешки, что ли, кидали? Да, парные. Да! Погнали, родной, погнали. Идеальная хаешка. О, я лоу хп. Я лоу хп. Как они это сделали? Слушай, мне кажется, в следующий раз надо разделяться. А, это нам один. Подожди, брат, ты решил себе забрать последний фэнфал? Да. А как же ты называл меня братом? Так, кто-то одна М40? У меня М110. Ладно, ребята, будем ждать, пока Бовин сольется и заберем у него фэнфал. Иди, беги на ножик, забирай. Слышишь, ты нормально придумал? Ты у нас с фэнфалом, ты беги. Вот это Бовин хитрый. Ладно, я дамажу, ты добиваешь. А, нету хаешки. Блин, как дамажишь? Так, я, кстати, расстрелил, скорее всего, точно. Ты это Бовин хитрый. Ой, помогай. Да, я фэнфал помогу. Давай, брат, иди быстрее, сейчас будет бум-бум. А, что? 5 хп? Ой, страшно. Не бойся, страх всего лишь это твоя иллюзия. Ай, доля воровская, как и людская.
Чеколонг еще. А, не оба тут. Не, это Габелла. Я говорю, мне стыдно играть с таким нубом. Блин, бабахнет сейчас. Да, им вообще пофиг на бомбу. А ладно, пофиг, я тогда сам. Ля, ё-моё. Ай, ну басики. Боже, мне кажется, или мы что-то подрасслабились? 5-4? Нас эти два нубика догоняют. Смотри, мы играем до 10 раундов или нет? Нет, это же ММ-ка, дорогулька. ММ-очка, ММ-ка. Брат, надо не то, что не дать догнать, надо их уничтожить и переиграть. Слушай, так, смотри, так надо... Почему они вообще... Они вообще будут играть, они играют вообще так странно. То они берут, не обмениваются скинами, они обмениваются хаешками. Я не знаю, чекай мой юспик, прям по тобой. Короче, у меня есть гениальная идея. Давай сейчас, слышишь? Хаешечку и флешечку не забывай. Не-не-не-не-не. Иди за мной, родной. Просто доверься мне. Купи дым. Купил? Не, я только флешечку купил. Ладно, иди сюда. У меня есть другая идея. Скинем и дропчик. Иди сюда, брат, иди сюда. Давай скинем дроп и запрячемся тут. И просто они только подходят забирать дроп, мы сразу их можем мочить. Я, конечно, пойду через мид, пожалуй. А ты что дропнул им тут? Ничего нету. Я USP там скинул. А я думал, ты какой-то другой пистолет дропнул. USP в бок куда-то укинул. Только не подбирай дроп, сразу кидай флешку. Брат, это будет план, капкан. Кидай! Да блин, ты по мне кинула, баба! Они в углу слева, пункту. Ай, на байсике. Тише, сейчас они только подбирают дроп, сразу можем их мочить, тише. Сразу, оп, забрали. Все. Мы не мочим, он дроп подобрал. Ладно. Не-не, мы не мочим. Не, они будут тебя ножить только когда ты возьмешь нож, возьмешь оружие. А я Рокс понял, что с ним будет, да? Берешь оружие и сразу по хедшотам. Нет, тикай из села! Ну, Ерочка, да убить кого-то, убить! Что? Вот убить! Да на как не на нож, алё? А, Боба, ты так мог, что ты раньше не говорил? Дорогулечка, ты моя! Я понял, хотел их побатить, пострелять, и уже хоть разбежались. Я уворачивался, как матрица, видимо. Нормально, набайтил, хорошенько. Брат, оказывается, клан Пепис означает не клан Пеп, а клан Киберспорт, я правильно понимаю? Люсик. Ладно, давай ставим нормальный дроп и погнали. Нифига, ты то же самое, что я дал, да? Поехали, опа. Хаяшкой попади. Давай, по рику, готов попасть? Смотри, рикошет от стенки, давай, кидай. Блин, прям под меня! Ты хорош, Ирландчик, хорош! Не, ну это было очень жестоко. Брат, отомсти за меня. А, у тебя 2 хп, ну все, нам габело. А, тут больше дропа нет. Короче, смотри, давай, знаешь что? О, у меня денег сейчас нет, надо хаешки и флешки закупать, не забывай. А потом уже все остальное. Брат, не переживай, все под контролем. Слушай, знаешь, я им куплю спас. Я им куплю, да так смотри, один спас, один юм. Один спас, как говорится, не спас, если честно. Давай, я им оставлю береться. Найс, имба, погнали. Ну, чтобы знали ее смочить. Молик бросаем им на проход. Готов хаешку в темку бросить? Не, еще не надо, они с меда. Идут. Давай, кидаем. Раз, два, три, давай. Найс, хорошо. Да, минус два, мужик. Найс, хорошо попали. Они же не стоят, не ждут тут, если честно. Такие нубасики. Так, подожди, они скинули, получается, о, дигл и береты, да, Ксми, дигл? Там, короче, есть береты. О, что-то, мне кажется, сейчас будет минус обовин. Прошу, дали с дропа. О, имба, чё? А, ты запомнил уже? Неплохо. У них сейчас, вроде, хороший дроп прям. У них тогда спас и... Так, спас и юмпик, реально, кстати, ничего себе. А, нам спасик дали, один на двоих. Не-не-не, у меня юмпик. Брат, не пройдёшь. Ой, у него сдигал, у меня 1 хп, спаси. Сейчас я им, а бо он откоцанный. Ё-моё, Рикардо, он просчитался. Что? А, хорош. А, всё отлично. Ё-моё, Рикардо, он просчитался. Рикардо с берется -2 дал. Халявочка, дорогущий, халявочка. Ребят, ну вы понимаете, все, что было до этого момента, это была всего лишь разминка. А Боба, прямо сейчас мы должны играть на всю силу. Вспомни, чему я тебя учил. Так, я беру хаешечку. Главное, чтобы ты попал хаешкой. О, давай М40. У Бобина главный смысл жизни — это хаеш. М40, все. Так, смотри, короче, знаешь что? Счет 6-6, надо выиграть, слушай, надо выиграть. Ничего себе, у тебя тоже запросики. Давай купим им фаб, мы гофаб, мы им не покупали. О, давай, типа, ты купи фаб, а я куплю МП7, окей? Окей, договорились. Хаешку, на счет 3, кидаем. Стой, надо посмотреть, где они. Суанга бежит, Суанга, я ослеп. Да, готов кидать? Кинули! Быстрее, бибин на респу кидай! Раз, два, три, кидай!
Ну да, да, как хочешь, кинуть. Точно попали, точно попали. На, возьми плентик. Бери ты плентик. Ладно, я сам возьму. Так, родной, они нам оставили. Ой, брат, плохие новости, у нас один дроп на двоих. Ау, да не сразу закладывай бамбу. Давай, беги сюда, вот тут сидим. Давай, давай друг напротив друга сядем. Идем в ребра. У нас же фам, все, им габел, брат. Мы выиграем. Я с ножичкой буду тащить жестко, как обычно. Как, потому что что? Потому что М40 как нож. А Кен должен быть темки где-то, по идее. Опа, на. Все, нам габела. На полная габел. Выходи, 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 стреляй быстрее. Так, а где они? Ща, я жду. А-а-а-а! Попал по рекарду! Да! Минус маслина! Минус раз! Минус два! Я отвлек его, видимо, он на меня отвлекся. Опс. А-а-а! Справа был. Ой. Нет! Не верно, а Бова, знаешь, чисто сову крался с ножом. Это был гениальный мув, брат, такой же гениальный, как М40. Так, окей, давай, знаешь, что сделаем? Так, я им не покупал, а им дуалберета не покупал. Пускай вот дуалберетами помучаются. П-350, ты рофлишь, сейчас надо П-350 покупать. В общем, мы будем каждый раз стабильно скидывать плохой дроп. Слышь, а давай я им плен скину. Ты гонишь, они сейчас на нем будут сидеть. Ну ничего страшного, мы проверим, насколько они, так сказать, добрые и порядочные. Давай, давай. Слышишь? Иди с нами, сиди. Куда это мы идем? Давай бросим две хаешки, как только они подбегут лутаться. Готовы бросить две хаешки? Давай, давай. Раз, два, три, кидай! Давай, кидай, кидай. Блин, надеюсь, налечили. У меня 70 хп. Так, ну я их намолил немножко, если честно. Там хотя М40 и авик. А почему они скидывают одинаковый дроп? Ну, типа, М40 же уже был. Не, там калаш лежал, там калаш лежал. А знаешь, что самое плохое? У нас плента нет. Надеюсь, они не знают об этом. Надеюсь, они об этом не знают. О, они в пикселях. Так, а Тим Тёмки должен быть другой где-то в пленту. Давай, родной, а Боба, брат, я в тебе верю. Беги за плентом, я прикрою. А-а-а! Пиздец, запутал к ним на базу, нормально ты придумал. Дал маслину. Ай, Мерикарда забрал. Родной, у них лоу хп, брат, сделай это ради меня. Ой, блин, да что за фигня. Он на месте еще застыл. А чем скинул? Кин, сзади спина, хорош. Кин, сзади спина. Почему так слабо играешь? Это ты просто этот поинт наш скинул. Брат, я не скинул. Я накинул! Сейчас я им покупаю АВМ. У меня вот красивый АВМ. О, давайте попробуем в челлендж выиграть их даже с таким вот дропом. То есть, хотя у меня денег не осталось, у меня даже нет денег на хаешки. Ах, без они типа гении, они тратят наши деньги на хаешечки всякие. Так, я скинул им тег, потому что у меня больше денег ни на что, кроме тека. Брат, у меня ни на что ни денег, кроме твоей Мазды и любимой, и тека. Бросай флешку, кого? О, ослепи тут, говорим, оперхать, погнали, родной. Ой, блин. Блин, я слепой. Меня ослепило. Я слепой, два раза. Ладно, бежим. А Боба, ты где запрятался? Все, ребята, потеряли пацана. Вот я отвлекаю их, срочно хелпа нужна. Так, в домике. Хелпа ему нужна. Блин, не успел. Так, слабо он убил. Брат, а теперь смотри, учись. Что такое настоящий киберспорт? Ты готов? Раз, минус один. Сейчас будет минус два. Чекай. Не заходи. Ой-ой-ой. Он своего авика с Тёмки убил, понял? Кто написал, что Кента поканул? Я чувствую рикту. Смотри. Не, он, наверное, дроп еще не подобрал. Он с базы бежит. Да, конечно, он на пленту был. Он по-любому байтит. Он типа сделал вид, как будто. Он прям байтит. Рика не будет через 3, 2, 1. Он сейчас Тёмки выйдет справа, чекай. Он байтит. Мне кажется, испарился что-то, да? Ладно, погнали, брат. Метро Люблино, работаем. Он по-любому. Я чувствую, он тут. Он точно байтит. Да. Брат, слева или справа, скажи мне? Справа, 100%. Уверен? Очко... А, слева. Да! Что? Так, откуда инфа? Как ты это сделал? Брат, киберспорт! Он через стенку как-то засветился. Откуда инфа? Напиши, брат. Брейн. Брат, слушай, ну мне кажется, что мы можем вызывать джентльмены из скилла в команде против нас. Ну мы реально сами машины. Джентльмены скилл. Если подписчики под этим видео наберут 10 лайков, я вызываю вас двоих на дуэль. А можешь брать с собой еще инви? Так, у меня денег только на дигл хватает, на дигл ауреет. Так, ну я куплю 5-7. Думаю, 5-7 тоже на самом деле хорошая пушка. Он пишет брейн. То есть, подожди, видимо, у тебя не такой высокий брейн. Оу, за что? Рикардо бежит за мной!
Ну, Катя, там этот, там валяется, там Катя валяется освал, авик. Ой, почти в меня попали. А, кстати, одного не было, один, возможно, в пуэнту. Брат, мне страшно, мама дорогая. Так, я бегу. У кента помпа, может быть, закладывать ее сразу, может, дать ему пожить. Один в пуэнту, ищи в пуэнту его, второго. На, возьми. Не-не, брат. О, там дело у рейда ставили. Брат, там реально дело... Подожди, то есть ты себе забрал дил, у меня стал 5-7, я правильно понимаю? Да, пуэнти. Слышишь, ты нормальный пуэнти? А, пуэнти тут валяется. Чего? Я иду в тёмку. У меня дигла залетает, я говорю, мы выиграем, брат, поверь мне, дай мне пожить дил. Не-не-не-не. Брат, пожи, дай дил. Я сейчас покажу, как надо, ты ща. Брат, дил. Сейчас покажу, ты пока пуэнти. Там тёмки 100% кинут такой, как обычно. А пошуми чуть-чуть. Давай. Ну, постреляй. Брат, пленчу. Давай, пленчу. Пуэнти, беги, пуэнти. Ой, хорошо. А, в ребрах, что ли? Забей. Я же говорил, у меня все залетает идеально. Меня чекают? Собака, пора? Тише. Брат. А, нет, что? Нос, я спас, дигла, как учию. Хорош, лучше, день 7, ластовый раунд, да, мужик? А, подожди, я думаю, это абу. А ты что не сказал, где абу он был, алё, ты что информейшн не говоришь? Так я же сказал, в ребрах. Ребра, это разве инфа, я думаю, у тебя ребра заболели, алё, ты рофлишь. Не знаю, я про свои ребра, если честно. М40, просто же есть кайфэм. Брат, мне кажется, знаешь, что мне кажется? Я хаешкой промазал, это ГГ полное. Нам немножко мотивации не хватает. Смотри, я им купил очень крутой дробовик им купил. То есть, понял, удары мы проиграем в 7-9, но им какой хороший дроп. А ты по моим плохой дроп, понял? Хорош, вот это правильно, если честно. Ой, они через мид все идут, я слышу. Смотри, идут. На! А, чё-то? Не попали, ха-ха. Братья, как аккуратненько. Запомни самое главное. Ты у мамы один, потом, брат, сильно не рискуй своей жизнью, окей? Чекай, я уже запрятался жестко. А где там запрятался? Они такого точно не ждут. У тебя спас, у меня М40. А, не халял. Ну, хотя, а что мы им купили, подари? Что мы им купили? МП7 и дробовичок тоже. Они вдвоем тут. Тише, давай, брат. Хорош! В спине. С моим дробовиком зачем ему скинул? Ёма, я уворачиваюсь, хотя я думал, он не попадется, спасся с третий раз, алё. Ну, понял. Хорошо, давай, тащи. Он меня не слышал? Отстань, Рикардо! Ну! Он убегает, сосал. Брат, сейчас будет просто брейн 300 кюмов, смотри. Оп, и пленчу. Просто, ребят, я самый умный! Стендофер в мире! Нету флешек, нету ничего! Фатапа, ты сможешь! Стендки паут, ребята! Опа! Фейк сброс! Не понкин тухен. Для меня это изи, если честно. А я хотел убежать через стенку по брейну. Найс. Он видел, думал, что ты понял, что ты его обходишь с той стороны, что ты там сзади него преследуешь. Артем, ну ты прям киберспортсмен, понял, включился. Ну, если честно, даже не почувствовал, если честно. Что-то прям легко. Я хочу вам сказать только одно. Пусть мы проиграли один раунд, но мы не проиграли сражение. А помню, пару слов для потомков. Тащим. Выкидывай спас, ты что не выкинул сразу? Так я выкинул, ты что, территорию лишь я выкинул уже давно, если что. Окей, смотри, покупаю, знаешь, что им? Фамас. Покупаем фамас. Пускай типа с нормальным дропом поиграют. О, реально, го фамасиками. Пускай фамасики нам. Бро, дай мне еще скин, пожалуйста, сделать, окей? Так мне тоже надо. Бро, ну, да зачем тебе надо? Все, поехали. Пускай они нам тоже нормально дроп купят, блин, засадрался уже играть с этими плохими дропчиками. Вот так вот, друзья. М40, блин, там. Так, ну что, ребята, бросаем флешечку, кого слепит, тот грима перхать. Да ё-моё, что меня все время это слепит? Блин, флешку накинули, блин. Так, я их жестко налечил хаешкой. А, 54 хп! Да, на, забирай пончик. Пончик забирай, я здесь скину. Нормально будет придумал на мое видео. У меня чисто какой-то шестерки, я забираю пончик. Они кинули смог, типа они в этом смогу будут прятаться или что? Блин, кстати, хороший вопрос. В прыжке. Ой, я налечил жестко, минус 67. Короче, я буду... А, хорошо. А, бомба у меня! Оставь мне. Ребята, а теперь смотрите, просто через 3 секунды будет килл. Раз, два, три. Ой, меня залагало. Через 2... Меня лагает, брат! Это слив, они бегут за тобой. Да блин, минус 72! Давай. Хорош! Ладно, брат, сейчас собрались. Подожди, это лосовый раунд, ты понимаешь это или нет? Обломи, ты понимаешь? Поэтому надо закупиться максимально. Все, последний раз. 9-9, кстати, последний раунд. Все, мы камбэкнули, понимаешь? Мы камбэкнули. Так, но у меня только на крокодильчик хватает, твой любимый. Брат, все, габелло. Я надеюсь, они очень хорошие, добрые люди и оставили нам прекраснейший, великолепнейший дроп. М40, го М40 может дадим? По 90, нет, прям, один М40 и один по 90. Ну, пускай шансы дадим, шанс реально дадим.
То есть по 90 это реально имбовая пушка. 50 патронов, скорострельность. Это прям 100% они могут выиграть, если они, ну, будут реализовывать нормально дропчик. Нет, 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 то не вздумай тебя хаешку одновременно бросать. Я очень сильно надеюсь. Нет! О! Найс. Не попали. Брат, скажи, что там хороший дроп, я тебя умоляю. Я М40 беру, иди за другим дропчиком. Брат, ты уверен, что возьмешь М40? Они сразу, кстати, побежали за пушками. Они скинули FN-фал и дробовик. Сейчас по-любому будет ставиться плент, поэтому, Артем, будь наготове. Я наготове, сэр, так точно. Брат, скажи легендарную фразу про М40, чтобы про нее сделали много тиктоков. Как говорится, берем М40, даем -2, выигрываем игру и лутаем 2К. 2К, кто нам 2К даст? А не Тёмка, смотри, через 3 секунды будет килл. Раз, два, три. Пуэнти, алё, ты чё не пуэнтишь? А, нет, меня пу... Меня... Я лоу хп, я лоу хп. Тут, родной! Чекаю спину. О, да я М40, я типа. Брат! Тише, родной, не спеши. Я лоу хп, у меня 2 хп, ты чё не пуэнтишь до сих пор? Минус один! Блин, нет, Артёмки, ну где второй кейсик? Абу, кента ПК и в ребрах откоцанный обован. Сейчас будет -2, родной! -2! Не, не я дал, сделал, посчитал. Я сделал минус легендарный. Брат, мы выиграем, давай мы это сделаем, брат! Дроп возьми, да, хорошо. Прямо сейчас все решится, обувен пепа или обувен перхать, ребят, пишите в комментариях. 3-2-1! Нет! Стреляй, хорошо? Нет! А был он откосанный? Хорошо! Папа! Ай, Рикардик, я-то знал, что ты все-таки можешь. Я же говорил, тебе надо было сразу пуэнтить, а не кидать меня, чтобы меня потом 2 хп ставили. Вот что бывает, когда топовые киберспортсмены вроде Кента ПК и Абомина начинают фаниться. Ничего страшного, ребята, мы проиграли, но мы проиграли с достоинством и с честью. Абомин, пару слов. Слушай, они не верят в свою победу, они думают, что мы им подарили ее, поэтому они не хотят принимать ее, смотри. Что за фигня? А вдруг мы играем на голду? Подожди, дефы, вдруг мы играем на голду? Успеет или нет? Да! Мы выиграли! Да! Алло, вдруг мы на голду играем? Надеюсь, что не играли на голду? Кстати. Они не приняли свою победу, что это такое? Брат, они поняли, что мы выиграли. Да, это победа! А мы играли не на голду, а то просто... Мы играли на новый Sting Mimikry! Воу-воу-воу, в смысле ты это рофлишь или? Что, Артём, не... Это... Ну что, ребята, будем заканчивать. Уважаемые подписчики, прожмите лайк, подпишитесь на мой канал, на канал пацанов, естественно, на мой Twitch, там стримы по этажечке, и на мой ТГ-канал, там халявная БПшечка. Все ссылки в описании, всем пока. Покусики! Пока, покусики! Пока.